Он как контрприем от броска через бедро, называется он задняя подножка на пятке. Здесь один маленький нюанс, то же самое надо успеть выпрямить руку, прокатиться, можно сказать, на бедре противника и резко уйти под него и сделать заднюю подножку на пятке. А моя задача? Да, его прокатиться на нем. Да, снизу, надо очень вперед. Вот он делает бедро, я, вы видите, так бы, чуть-чуть, сейчас я просто утрирую. Утрирую. В данном случае я просто убираю, видите, куда? Руку видите, рука, вот она. Выберу руку. И теперь я, обхожу с прямой рукой. И дальше пошла рука на себя. И сажусь на свою пяточку.